«Ищу тебя» – так называется новая песня карагандинских полицейских, посвященная коллегам. Музыкальную композицию, клипы, книгу об истории становления Департамента внутренних дел презентовали в ходе мероприятия, приуроченного 25-летию Отечественной полиции. Стражи порядка парадом прошлись по одной из центральных улиц города, а более 1000 сотрудников департамента получили поощрение. И каждый год, вот уже 13 лет, вот я не знаю в других как организации, но вот именно вот департамент внутренних дел не забывает своих. Это я могу 100% сказать. Поддержка, помощь есть. И вот каждый год вот на день полиции, день уголовного розыска не забывают. Я очень благодарна, от души хочу всех поздравить. Желаю всем мирного неба, чтобы этот праздник им приносил только радость, чтобы до пенсии, до генерала дослужили.